Народ, приветствую вас на канале High Invest Profit. Этот канал создан для тех, кто хочет научиться разбираться в высокоприбыльных инвестициях. Здесь мы будем делать все для того, чтобы вы стали профессионалом и не попадали на деньги. Сегодня мы рассмотрим низкодоходный инвестиционный проект SmartMining.online, который стартовал 18 декабря 2019 года и предлагает зарабатывать на инвестициях в облачный майнинг криптовалют. В проекте можно получить один бонус мощности за регистрацию. Инвесторы могут рассчитывать на 1,2% в сутки бессрочно по самому оптимальному плану. Узнаем, стоит ли вкладывать или нет. Официальный сайт проекта SmartMining.online. В техническом плане можно отметить оригинальный контент и SSL-сертификат. Система безопасности сайта обеспечена сервисом Cloudflare. На главной странице есть описание компании, маркетинг и калькулятор прибыли, контактные данные в виде формы обратной связи и почты, новости и часто задаваемые вопросы, которые не особо интересны. В свободном доступе представлены продолжительность работы проекта, количество участников и объем вложенных и выведенных средств, а также живая статистика пополнений и выплат. Из языков на сайте доступны английский, испанский, русский, немецкий и китайский. Дизайн сайта простой, но приятный. На сайте можно майнить Litecoin, Dogecoin и доллары. А вот что пишут о компании сами создатели. Облачный майнинг упрощает добычу криптовалюты. Вам не нужно лично тратиться на оборудование и настраивать его. Платформа SmartMining позволяет участвовать в этом процессе любому и хорошо зарабатывать. Мы следим за актуальными технологиями, своевременно обновляем оборудование и внимательно изучаем рынок цифровых валют. Так что какой бы ни была ситуация на нем, вы остаетесь в плюсе. В общем, это стандартный вариант легенды, который мы уже встречали во многих других хайп-проектах. SmartMining Online Limited имеет официальную регистрацию в Великобритании с номером 123-29-311. И для новичков это типа круто. Но на это можно внимание вообще не обращать, так это говорит нам про то, что администрация просто не пожалела лишних 150-180 долларов на эти документы. В SmartMining предусмотрена система уровней. Чем больше ваш депозит, тем выше процент вашего ежедневного дохода. Всего в компании 5 инвестиционных планов, и все они работают на бессрочной основе. План первый – сумма вклада от 5 до 149 долларов с доходностью 1,2% в сутки. Второй план – сумма вклада от 150 до 499 долларов с доходностью 1,5% в сутки. Третий план – сумма вклада от 500 до 1499 долларов с доходностью 1,7% в сутки. Четвертый план – сумма вклада от 1500 до 2999 долларов с доходностью 2% в сутки. И план пятый – сумма вклада от 3000 долларов с доходностью 2,5% в сутки. Как вы можете видеть, чтобы выйти на высокие уровни, нужно вложить весьма внушительные суммы, но это слишком опасно, да и риски совсем не оправдывают себя. Поэтому, если вы уж и хотите инвестировать, то лучше в первый или второй план. При включенном депозите, который нельзя вывести досрочно, окупаемость инвестиций равна 84 дня по первому тарифному плану. Количество открываемых вкладов в SmartMining не ограничено, а досрочного снятия вклада не предусмотрено. Стоимость одной мощности майнинга равна 1 доллару. Начисление поступает в реальном времени ежесекундно. Выплаты мгновенные с минимальной суммой вывода от 50 центов, а для реферальных бонусов вручные до 24 часов. Ресурс работает с такими электронными платежными системами, как Pair, Perfect Money, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum и другие. И это уже показатель того, что админ хайпа постарался. Что касается партнерской программы в проекте, то она открыта для всех желающих с личным депозитом или без него и предлагает следующие проценты: 5, 2 и 1%. То есть она трехуровневая. Переходим в поисковую систему и ищем smartmining.online для того, чтобы посмотреть, как проект проводит свою рекламную кампанию. Это самое главное, так как это даст ответ на вопрос, стоит ли сюда вкладывать вообще какие-либо деньги и возможно ли здесь прибыль. Первое, что мы видим, это официальный сайт компании, который мы только что рассмотрели. Далее на Bitpump есть детальное описание данного проекта. Hyplogs отметил, что данный проект платит. Также такой сайт, как Lord Borg, активно пиарит данный проект. Он разместил информацию не только у себя на сайте, но и на своем канале. А также на самом популярном форуме MMGP, Gold Royale, VZM Forum, Virtuosi, Invest Today, Group Money, Всем Money. А вот сайт без обмана традиционно пишет, что это лохотрон и не рекомендует связываться с данным проектом. В принципе, он пишет негатив о всех хайп-проектах и на них сам же и пиарится. Данный источник призван уберечь людей от хайп-индустрии в целом, в то время как нам надо разобраться в ней. Поэтому для людей, которые имеют представление о хайп-индустрии, данный источник не представляет ничего интересного и не воспринимается всерьез. Вместо того я доскажу, что, как говорят, за проектом стоит опытная администрация, но других их проектов мы не знаем. Из плюсов стоит выделить уникальный дизайн сайта и наличие документов, так как регистрация компании в Великобритании, возможно, станет гарантией того, что проект не закроется в ближайшее время из-за того, что на нее администрация потратилась. Но и без минусов здесь не обошлось. Проект с относительно долгой окупаемостью вложений не сможет порадовать инвесторов быстрым выходом без убыток, а это создает дополнительные риски. Спасибо за внимание. Будьте с нами для того, чтобы всегда быть в курсе.